Все, что мы делаем, оно призвано для одной единственной цели, чтобы наша интуиция работала, включилась и работала, никогда не выключалась. Вообще интуиция очень важна. Среда постепенно усложняется, мир становится более и более сложным, а для прогресса, для движения вперед нужно два фактора. Первый фактор – это действие, то есть тебе нужно двигаться, подлежащий ткани на не течет, и второй фактор – это знание. Но это все равно капля в море, это даже 1% реальности не описывает. И реальность, она гораздо шире, намного шире. И теперь необходим не просто интеллект, теперь необходим фактор, который гораздо более эффективен, чем вот эта медленная интеллектуальная способность, чем аналитическая способность. Необходима способность видеть всю картину издалека, иметь видение. Ты чувствуешь поток. И очень много оригинальных идей возникает. До этого тебе кажется, что ты пустой. То есть тебе нечего сказать, тебе нечего дать миру. Но когда энергия поднимается вверх, ты чувствуешь переполнение. Для того, чтобы это было красиво, и это было хорошо, это было интересно, интеллектуального понимания недостаточно. Нужен именно поток. Порядок исчезает, начинается вот этот ритмичный поток, страхи уходят и появляется вот это вот чувство наполненности. Присутствует образ, и этот образ, он такой интригующий, он такой захватывающий, вот когда ты думаешь о нем, он тебя насыщает, и ты размышляешь об этом, ты не понимаешь, это тебя интригует, ты снова размышляешь, и у тебя происходит подъем душевный. Он восходит туда, выше, в абстрактную сферу. Но этот смысл не так легко достижим, как обычно. То есть это не какое-то тривиальное что-то. Это что-то высокое. Это песня о высшей силе. Вот этот поиск великого малым называется мистицизмом. И когда внешнее проявление мистицизма сливается с внутренней сутью мистицизма, цель достигнута, индивидуальная становится космическим.